Сказочные персонажи собрались в концертном зале школы, чтобы рассказать свою историю со счастливым концом. В добрых сказках всегда побеждает дружба, добро и честность. Эти постулаты послужили моралью для сценок, разыгранных учениками младших классов школы номер 13. Ребята с помощью своих руководителей также наделили сказочные постановки песнями, танцами и юмором. Есть уже огонь. Для проведения театральных постановок день 30 января был выбран не случайно. Эта дата ознаменована 95-летием со дня рождения известного кинорежиссера, актера и сценариста Леонида Иовича Гайдая. Праздник состоялся, праздник удался, праздник театра. Именно в этот день родился известный режиссер Леонид Гайдай. И взрослое поколение знает, что лучшие произведения «Приключения Шурика», «Кавказская пленница» и многие другие созданы этим творческим человеком. И мы именно в этот день празднуем День театра. А еще 2018 год, он объявлен Днем театра. Я хочу, чтобы вы эмоции свои проявляли не только в театре, а и в обыденной жизни. Сегодня я смотрела на ваши счастливые лица, и просто сердце переполнялось радостью. Будьте всегда такими счастливыми, радостными. Из вашей жизни только положительные эмоции. В этот день ребята не только прониклись сценическим искусством, но еще и познакомились с историей театра и правилами поведения в нем. Научились аплодировать правильно. Мы будем бить левой ладонью по правой. Вот так. В завершении праздника маленьким участникам была выражена благодарность, и все классы с 1 по 4 наградили почетными грамотами. И за победу в номинации «Малышки фестиваля» награждается творческий коллектив 1 класса. Организаторы мероприятия выразили надежду, что ребята полюбят театр, полюбят этот мир, полный волшебства и красоты. Теперь очередь продемонстрировать свои театральные таланты перешла к старшеклассникам этого учебного заведения.